Дорогие друзья, всем здравствуйте. Я Татьяна Пережогина. Не смогла не присоединиться к эксперименту с яблоками после поста Юлии Горюновой. Хочу поделиться нашими результатами. Значит, у нас в холодильнике в наличии оказалось два вида яблочек. Первый – это яблоко первого сорта фасованное. Вот перед вами логотип. Это упаковка производителя. И вот, собственно говоря, исходные данные, кому интересно, Винница. Специально подложили бумагу, чтобы было видно и читаемо на кудрочке. Вот, собственно говоря, мы видим эти яблочки. И вот второй вид, который оказался. Все из варуса, все купленное в Днепропетровске. Яблоко украинское первого сорта. Ну вот сейчас мы, собственно говоря, проведем... Повторим те же нехитрые манипуляции, которые уже все видели. Просто продемонстрируем результат, который получился у нас. Вот мы нанизываем яблоко. Протираем салатник, чтобы он был... Абсолютно чистый. Чтобы он был чистый. Дальше ничего нового. Процесс поливания яблочка из чайника с горячей водичкой. Вот мы смотрим на эту чудесную водичку. Можно полить холодной воды, можно просто ложечкой зачерпнуть. Ну, тоже абсолютно чистая ложка. Вот показываем, ложка. Что на ложке нет абсолютно никакого налета. И вот производим. Вот он парафин, его, я думаю, хорошо видно. Ложку можно перевернуть и посмотреть с обратной стороны, что его и здесь достаточно. Ну, вот это были яблочки, повторюсь, соответственно, первого сорта, фасованные. Вот покажи, ложка остыла. Да, ложка остыла, она сейчас вообще потрясающе красивая. Я даже могу пальцем. Прямо такой очень плотный, очень не отдирается. Классический парафиновый вот на пальцах. Я думаю, все видят. Покатай его так на пальцах и будет видно. Да, видно на пальцах, чудесно. Ну, вот это вот первый эксперимент. Это наша кошечка пришла нам помогать. Сейчас поменяем мисочку, протрем ложечку. И нас ждет второе яблоко. Соответственно, тоже первого сорта, конечно же. Протираем. Протираем салфеткой. Вымыли мисочку, протираем ее салфеткой. Меняем яблочко. Надеваем его на палочку. И пошли поливать. Все желающие, кто видел. Тут прилагается неплохой тест, неплохой текст на упаковке. От чего помогают такие чудесные яблочки? Можно прочитать. Наверное, они молодильные. Я думаю, так. Как они укрепляют иммунитет. Здоровье. Давай ложечку надо. Но пока мы посмотрим воду. Ложка у нас не обработанная сейчас. Ее, наверное, так просто ты не ототрешь, ее вымыть, наверное, надо хорошенько. Ну, сейчас я кипятком оболью уже. Сейчас пока ложечку, пока мы посмотрим просто на воду. Все, ложка приведена. Так, вот тем временем у нас вот такая идеальная вот ложечка, красивая блестящая ложечка. Угу. Тут еще больше. Вот, давай зачерпываем. Вот так у нас получается. Я сейчас возьму другой рукой левой на руки. Вот этот вот чудесный осадок. Он прямо таким слоем, что он просто катается в пальцах. Просто фракциями такими крупными и приятными. Ну, собственно говоря. И тут его еще полно в миске. Да, естественно, его еще полно в миске. Его можно собирать долго, несколько раз. Ну, в общем, то, что мы хотели показать. Будьте осторожны. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.